В Венесуэле сегодня выборы в Конституционную ассамблею. Созвал их президент страны Николас Мадуро. Среди кандидатов ни одного представителя оппозиции. Власти страны утверждают, изменения, которые внесет новый орган в Конституцию страны, позволят прекратить бесконечные протесты. Оппозиция опасается, что этот шаг поможет главе государства установить в Венесуэле диктаторский режим. Протесты против выборов начались еще в апреле. С того времени в столкновениях с полицией погибли свыше сотни человек. И сегодня не обошлось без перестрелок. Погибли два человека. Убит и один из кандидатов в ассамблею.